welcome. So good to be here with you this morning. Он так хорошо быть с вами в это утро. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Yeah, and it's a beautiful day, isn't it? Прекрасный день, правда ли? For many reasons. По разным причинам это прекрасный день. One of the reasons is because the sun is shining. Одна из причин — солнце светит. And another reason is because the Son of God is shining. А вторая причина — Сын Божий, Он также светит. And we know that the Son of God came to bind us together. Мы знаем, что Сын Божий явился, чтобы нас соединить вместе. To be a dwelling place for the Holy Spirit. Чтобы Дух Святой жил в наших сердцах. Where the love of God. Где есть любовь Божья. The goodness of God. Благость Его. The peace of God. Мир Божий. And the purity of God could be released. И чистота Божья могла быть высвобождена через нас и в нас. And another reason is because today is the great Shabbat. А еще один сегодня день, это называется Великий Шаббат, если вы немножко знаете еврейский календарь. And why is today the great Shabbat? А почему сегодня Великий Шаббат называется? I'm glad you asked that question. Мне понравилось, почему вы спросили. It's because we're getting ready to celebrate Passover. Потому что мы в преддверии Пасхи, да, Песаха. And today in our reading for this great Shabbat. И на сегодняшний великий Шаббат есть отрывок Торы, который звучит так. From Leviticus 14 and 15. 14-15 главы Левитам. We read about how an individual can be cleansed from leprosy. Мы видим, что там говорится о, называется мецога, это очищение, это каким путем должны люди очищаться, если есть проказа. And once a person was cleansed from leprosy, и когда человек очищался от проказы, they were to go to the priest and offer blood atonement. И он должен был, человек, который очищен от проказы, принести жертву за искупление. And the priest would examine them to make sure, yes, they're clean. А священник должен был его осмотреть и утвердиться в том, что он чист. And the examination of the priest, и обследование этого человека, and the shed blood that was provided, через осмотрение священника и жертва, которая приносилась, according to the word of God, основываясь на Слово Божье, would confirm the cleansing. Оно утверждало очищение человека. Там же так написано о том, как дом должен быть очищен, если там есть проказа. And remember with me that in those days, помните, ну, вспомните вместе со мной, что в те дни, именно в те года, где это написано было, if there was uncleanness from an individual, когда человек был нечист, or from a home, или же дом был нечист, which really represented death. Что означало фактически смерть. Because you recall when Adam and Eve sinned in the garden. Потому что если мы вернемся в Эдемский сад, то Адам и Ева, когда согрешили, death entered in. Смерть вошла в этот мир. Disease. Всякие болезни, impurity, нечистота, everything that was opposite of what God wanted for them. Нечто противоположно того, чему Бог хотел, чтобы происходило в жизни Адама и Евы. So from that day forward, God was constantly calling the people to himself. С того времени до сегодняшнего дня Бог постоянно призывает людей к себе. To say, when you sin, говоря о том, что когда ты согрешишь, impurity, когда будет нечистота твоей жизни, me, ты приди ко мне, а я приготовлю тебе очищение. Impure, даже если ты прикоснешься к чему-то или кому-то, кому что является нечистым,
ты должен прийти ко мне. Also today in our reading for the great Shabbat. На этот Шаббат еще одно место Писания, которое читается. Is a passage of scripture from Malachi chapter 3. Малахия 3 глава. And in Malachi 3 he prophesies about a great messenger who is coming. И Малахия в этом послании говорит о том человеке, который придет сюда, имеется в виду время. When this messenger comes, тот посланник, который придет, the Lord will inhabit his temple. Писание говорит, что он наполнит храм присутствием. And there's picture after picture after picture. И происходит картина за картиной. In the Torah and the prophets. В Торе и Гавторе, то есть в пророках. Where God is pointing to Yeshua coming. Где Господь показывает фактически на будущего Машиха, который придет. That's what Passover is all about. И, конечно же, об этом и Песах, то есть Пасха, Песах. I will send you a cleansing. Бог говорит, я дам вам, предоставлю вам именно свободу или очищение. I will send you salvation. Я пошлю тебе спасение. Leviticus says individuals need to be cleansed. Левитам говорит о том, что каждый человек должен быть очищен. And houses need to be cleansed. Дома должны быть очищены. And Yeshua came, и Иешуа, когда пришел, and he reversed the curse. Он как покрыл это проклятие. Because when he touched the leper, потому что когда он прикасался к человеку, который болен проказой, he didn't become unclean. Иешуа не становился нечистым. He cleansed the leper. Он очищал тех, кто больны. And he said, and I have come. Иешуа говорит, я пришел. To build you into a house. Чтобы сделать из тебя дом. House of purity. Дом чистоты. So that the nations around you. Чтобы народы, которые вокруг тебя. Will see what I have always intended. Чтобы они увидели то, чему я хотел, чтобы произошло. So that individually we go out and we clothe ourselves with Yeshua. Чтобы мы были покрыты в Иешуа Мессии. That's what we're getting ready to celebrate. Мы приготавливаем себя праздновать Песах. God said there is a way to bring you out of Egypt. Бог говорит, есть путь, каким можно вытащить тебя или вывести тебя из Египта. To bring you out of impurity. Вывести тебя из нечистоты. To bring you out of godlessness. Вывести тебя от безбожия. To bring you out of hopelessness. Вывести тебя от безнадёги. Into a place that I will build you into. В место, где я тебя соберу, я исцелю, построю из тебя дом Божий. Covered by the blood of the Lamb. Окроплённой кровью Агнца. Covered by the grace of God. Покрытый благодатью Божию. Covered by his purity. Очищенный, очищен. I will transform you. Я изменю тебя. I will open your eyes. Я открою твои глаза. I will open your ears. Я открою твои уши. I'll send you the Holy Spirit. Я пошлю Дух Святой. You will clothe yourselves with me. Ты как бы оденешься в меня. And you will become a purifying witness in the earth. Ты станешь этим свидетелем очищения Божьего. That's the beauty of the great Shabbat. Это красота великого Шаббата. We're reflecting on what Messiah has done. Мы отождествляем то, что сделал Машиах. And as we begin to celebrate Passover this Monday, и как мы уже фактически в понедельник вечером начинаем праздновать Песах, as individuals, как индивидуально, лично, and as a house, и как дом Божий, да, как вместе, совместно. Мы будем фокусировать на ту чистоту, которую Он нам принес. And ask God to give us the humility. И просить Бога о человечности или же смирения. And the grace. И милость, to touch others around us, чтобы мы могли прикоснуться к людям, которые вокруг нас, to release the purity of God, чтобы мы могли дать им свободу, to our neighbors, нашим соседям, to our city, нашему городу, and to our nation, нашей стране. Amen. Аминь.